государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! На кра! Служащие почетного караула вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы в Великой Отечественной войне. 77 лет назад бойцы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии в ходе штурма Берлина водрузили на Рейхстаге алое знамя Победы над поверженным фашизмом. Сегодня почетное право нести флаг Российской Федерации и знамя Победы предоставлено лучшим военнослужащим 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, сержантам Антону Михайлову и Дмитрию Монастыреву. Возглавляют знаменные группы старшие лейтенанты Валерий Золотухин и Геннадий Звонков. Назад, весной 1942 года, завершилась битва за Москву, где плечом к плечу сражались с ненавистным врагом сотни тысяч красноармейцев и добровольцев из всех республик нашей Родины. В ходе кровопролитных боев войска фашистской Германии потерпели свое первое серьезное поражение. Враг был отброшен от стен столицы. Впервые был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии. Победа под Москвой вселила уверенность бойцам Красной армии и всему советскому народу. Враг будет разбит. Победа будет за нами. В годы войны Родина по достоинству оценила подвиг и массовый героизм советских солдат, наградив их боевыми орденами и медалями. Среди них Орден Отечественной войны, ставший первым боевым орденом, символом воинской храбрости, стойкости и мужества в боях за Родину. Сегодня орден свято хранят в семьях и как реликвию передают из поколения в поколение. В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину со дня учреждения легендарной награды. Вольно!